полиции Владивостока за помощью обратилась 73-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестные похитили личные вещи из гаража, расположенного в районе улицы Кирова. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели помещение, прилегающую территорию и опросили заявительницу. Установлено, что из гаража неизвестные похитили два плазменных телевизора стоимостью в 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по пунктам Б и В части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это кража. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности, а затем и задержали подозреваемых. Данная кража была совершена двумя друзьями, 26-летним ранее осудимым жителем города Хабаровска, который 2 месяца назад освободился из мест лишения свободы, а также 30-летним приезжим из города Находки. В отделе полиции задержанные дали признательные показания и пояснили, что данную кражу совершили с целью личной наживы и обогащения. Денежные средства потратили на личные нужды, похищенное имущество было изъято. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.